Иногда катализатором для активизации сказочно счастливого настроения может быть погода, как, например, сейчас. Всем доброе утро, идет снег, тишина такая еще, город только просыпается, под ногами хрустит снег, и чувствуешь, когда ты внимание на это свое перемещаешь, то внутри прям что-то просыпается, раскрывается, и такая умиротворенность наступает. Слушайте окружающее вас пространство, обращайте ваше внимание на то, что происходит внутри вас и вовне, и ваше настроение всегда будет с вами, и оно будет таким, каким вы его создадите. Хорошего дня всем!